Добрый день, уважаемый коллега! Позвольте напомнить вам о Хондро Протекторе в линейке собственных торговых марок группы компании Эркофарм Артрофрейм. Как вы знаете, артрит, воспаление суставов, является основной причиной инвалидности у людей старше 55 лет. Наиболее распространенная форма артрита – остеоартрит, дегенеративное заболевание суставов. Более 23% взрослого населения планеты и более 80% детей испытывают недостаточную физическую активность, что напрямую сказывается на состоянии здоровья. При остеоартрозе и остеоартрите в патологический процесс вовлекаются все компоненты сустава, а зачастую и окружающие его ткани. Чтобы восстановить ткань, врачи назначают хондропротекторы, в состав которых обычно входят глюкозамин и хондроитин. Было показано, что их комплекс эффективнее, чем каждый компонент в отдельности. Обратите внимание, что по составу Артрофрейм аналогичен конкурентным препаратам Терафлексу, Артри. При этом стоимость упаковки препарата Артрофрейм 60 таблеток на 60-90% ниже аналогов. Мотивация сотрудника аптеки с продажи одной упаковки препарата Артрофрейм 60 таблеток составит 80 рублей. Рассмотрим возможный диалог с покупателем в аптеке. Здравствуйте. Посоветуйте что-нибудь от боли в спине и суставах, боли при артрите. Добрый день. Эти ситуации требуют комплексного подхода. Во-первых, необходимо использовать системные противовоспалительные средства – налгезин, нурофен и прочее. Во-вторых, местные средства, наиболее эффективными среди которых являются быструмгель, вольтарен и другие. Однако НПВП оказывают неблагоприятное влияние на желудок и печень, поэтому необходим одновременный прием гастро- и гепатопротекторов – Приет, Эссентинорм, Эркосил. Обратите внимание, что воспалительный процесс в хрящевой ткани может провоцировать ее разрушение. Чтобы избежать этого, нужны хондропротекторы, например, Артрофрейм. Благодарим за внимание и желаем хорошего дня!